Как маргинал, как развалится Россия? Идем дальше. По-моему, эта тема про развал so far-fetched. Да, в 91-м тоже было far-fetched, пиздец. Но сразу говорю, что развала на лоскутное одеяло из миллиона маленьких княжеств не будет. То есть так или иначе, из вот этой эрефии выберут какой-то основной шмат говна, который в итоге Америка вместе с Китаем, вместе с Евросоюзом обеспечит ядерками. Опять. Опять будет та же хуйня, я, бля, вас уверяю. То есть не будет миллиона маленьких этногосударств, это невозможно. Мировое сообщество этого не допустит никогда. А тотально забрать ядерки настолько невозможно. Поленятся. И это не моя попытка сказать «поленыте», а я говорю, что... Попытка сказать «поленыте», Он тоже не выговаривает. а я говорю, только невозможно. Поленятся. И это не моя попытка сказать «поленыте». Ну, видите, тяжело поляныть. Ну, то есть, не поляныть, а так поляныть. Ну, то есть, как-то, ну, чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так. Но нормально, нормально. Как бы. Выговорил, но видно, что не родное. То есть, не родное. То есть, спалился. Сойдет, да, сойдет, сойдет. А я говорю, что... Какой же я смешной. Поленится Запад забрать Да. ядерки. Это просто слишком сложно сделать. Тем более утилизировать их. Слишком сложно. Проще выбрать какого-то одного мудака и заставить всех остальных этому мудаку передать свои ядерки. Вот как бы и все. Спасибо большое, Маргинал. Так же, как в прошлый раз сделали. Да. Другое дело, что сценарий развала, важно понимать, сценарий развала уже же будет другой. То есть это не как в прошлый раз хитрый Ельцин спил страну у Горбачева ценой потери земель. Да? Тут по-другому будет. Вот ты пишешь, что США не допустят развала России. Чел, вот в каком-то смысле США не допустили уже развала СССР. В том плане, что от него РФ осталось. То же самое с РФ будет. США не допустят развала РФ в том смысле, что от него останется какая-то еще меньшая хуйня, которая будет иметь какой-то другой статус совершенно. И там будут, ну, не то чтобы прямо другие люди у власти, но попытаются опять задать какой-то новый курс, как в 90-х было. Опять ни хуй не получится, опять новый Путин, блядь. Но оно, конечно, все будет чуть-чуть по-другому. Есть надежда, если остаться в РФ, твои дневники потом кто-нибудь экранизирует. Может быть. Начинается адвокат Орды Маргинал. Адвокат Орды Маргинал! Да. И там такое количество людей помрет. Страна же развалится, ты не понимаешь, наверное. РФ, ей пиздец, она разваливаться будет. Там будет гражданская война и не одна. Ну, как бы... Кавказские национальности, в целом южане, там северо, центральные, ну, может быть. Сколько я не упирался руками, ногами, как бы мне не было неприятно от вот риторики про то, что войдут натовские танки, и тогда будет охуенно. Но походу по-другому ничего сделать нельзя путного из рашки современной, к сожалению. Хотел бы я, чтобы с низов вот что-то могло конденсироваться внезапно. Этого же не будет. Прямо сейчас иметь поддержку полезно, как среди войск РФ, так среди тех, кто примкнуть могли бы. Если кто-то не будет примыкать, потому что ему шеврон Руа не нравится, то пошли они нахуй. Если они из-за этого готовы воевать за Путина, потому что у кого-то шеврон Руа, то, ну, блядь, убей их нахуй в любом А, случае. проблема в том, то, что большинство людей все-таки идут воевать уже по приказу. И там люди слышали о этих шевронах только на картинках, и многие даже не знают о их существовании. Это важно понимать. Кстати, очень важно понимать этот момент. И я бы даже сказал, что большинство людей сами не знают, за что они воюют в целом. У них этого нет понимания. Не думаю, что причина следствия какие-то там шевроны или что-то еще. Это не более чем приказ, не более чем глупость людей, которые идут. Извините, но приоритеты у человека должны быть. Если у человека такие приоритеты, что он готов воевать за Путина, потому что у противоположной стороны, там, не знаю, Свастоны, Валькуты, Шевроны Руа, какая разница, смайлики, кресты, Плюс. не знаю, распальцовки, крипсов и Да. бласов и так далее. Если человек готов из-за вот этой хуйни, потому что колбаса на хуй похожа, а воду рыба обоссали, воевать за Путина, то, извините, ну, его убьют, и, в принципе, он сам виноват. Такая Да, моя позиция в этой да. ситуации.
Но я больше скажу, им похуй на распальцовки там крипсов, бладсов, им похуй на то, что колбаса похожа там на что-то подобное. Есть большая проблема, что большинство людей идут за, просто либо за бабки, либо же за какой-нибудь патриотизм, который ему внушили. И большинство людей этого не понимают. Ну, также еще мобилизованные лица. Поэтому им даже похуй на все эти вот шевроны, хуёны, поверьте, блядь. Поебать плюс похуй. Насрать им просто.